да. Питер наш дотянул в воде. А-а-а, как его тогда это добрать? Вы уже улетели на? Вы уже улетели? Нет, нет, мы на... ждем. Спитер, около Хисани сбоку лодочки припаркованы. Да, я вижу, вижу, я плыву. Ну, ну все, берешь лодочки. Правильно. А мы чё? Хатап на твое место залез. В принципе, я могу все свою лодку и тебя поискать попробовать. А мы уже на вертолете лучше подобрать в море. Его не надо, это не этот червяк. Нет, это слишком клевая идея. Я уже пытался в армии, это очень трудно в армии начать. Сел на лодку, буду с Питером попираться. Куда мне будет Питер? Чё, я не взял? Правильно. Еще раз, Питер. Куда на лодке поплыл? Я плыву. Подожди, мы тебя ждем, что там? Направо? Да. Я с тобой хочу. Ждать на вертолет или что? Все, потели вертолет. Улетайте, я на лодке. Че, на пилота все? Никто не пустит на пилота? Чуть левее возьми. О, да, нормально. Более-менее. Как так вообще не как будто вот бежит? Поверите, или чуть-чуть. Нет. Правее? Да, вот. А, все вот. вижу тебя. Такой вопрос. У меня вот его по воде бежал, я там что, Иисус? Что-то далековато. Иисус, да. Че, летим, все? Все готовы? Левый Windows, ой, правый Windows. Да. Правый. У меня его нет, у меня ноутбук. С Питера подобрал, иду на высадку. Не, это приглушить, а там можно как-то уменьшить уровень громкости. Знаю, рядом с Windows'ом этот... А где высаживаемся, вопрос, скейт. Пацаны, где высаживаемся? Ну там же метку, Алекс, поставил. Там много меток, братан. Вы обратите на знак на метку. Рядом со стрелкой. Я даже нарисовано, как лететь даже с чёрной линией. Ну, я так примерно нарисовал. Спитер, давай мы на маяк тогда зайдём с вас заодно. Давай. Заодно тифлоком посмотрим. А вот же АГС есть, по-моему, на лодке. Да, да, да. Тут 19 снарядов. Вы можете просто его загэсить, бугатик. Ну это же не интересно. 19 это значит не загэсить, а так пристреляться могут. Ну бугатик. У нас Питер остров и радар, он прямо на час, на два уже. Или на час, на час. Они же могут покидать маяк. Да они куда угодно могут идти. Я так думал, они могут на суше поджидать. Лишь бы заказать еще. Я думаю, сейчас мы обогнем эту всю хрень, посмотрим, что происходит вообще. Пока же ничего нет, там не видно. Ничего нет. А хотя... Так, вот. Какой-то домик есть, у него окна белые, в этой сутки или что? Блин, там лазик должен быть, по идее. На маяке, да, там дома. А, это но... эти велосипеды светятся белым. Да. Питер. Да. Так, вижу человека. Погоди, да, человек. Стрельни, пусть он побегает. Там даже двое человек. Нет. Нет. Надо, знаешь, ты нас, короче, подлетел на полной скорости, затормозил в самом конце. И просто улетел в скат. Поставил. Тоже мега бежит на мимо на стен. Понял. Так, ну все, пока мы его уже вам настал отстал. Стрелять по ним. Так, ну они вот это дикие бегают в лесу там. Вон и там человек 3 уже вижу. 4. 3. Маяк. Так, между маяком и радаром. Я если только пересаживаю с качкар. Мы, в принципе, можем где-то здесь остановиться и посмотреть.
Можно было по той горке дострелять. Уже. Вон, блин, не сейчас. Раз, два человека на нас. Ну не за горкой, блин. Настоящий горкой. Сейчас одну пущу. А вас с маяка смотрит что-то? Нет, на горке. Что-то странно, по нам даже ПЗРК не хочет стрелять. Я-то опускал, где они ходили. Они разбежались в разные стороны. Все, у меня кончилось, если что, фигня. Что, стоим здесь смотрим? У меня полигон остался еще, сзади. Давай задом повернемся. Да не-не-не, уворачивается на 360. Я на это все с теплокадой их засеку где-то. На себя метку на лодку дали. Нет, север от стрелки. Какая девушка там машина стоит. Это гражданство, что ли? Да, капчик. По-моему, по нам еще полетают все. Что-то. Там вроде стрелок был? Стрелок был, как я сейчас вроде он лежит или что с ним? Ну все, у меня кончился боезапас. Паш, все кончилось. Я понял. Ну и что, мы с ним наблюдаем или пойдем вот так вот? Не знаю. А, не, он живой бегает, блин. Ладно. Можно сплавать, еще одну лодку взять, Паш. А, я не помню, она, по-моему, без быка. Да. Давай с другой стороны глянем, что там происходит. Обычный гражданский транспорт. Тут транспорт спавнится. Да. Вы можете взять на капочку, поехали. Машинки я там добавил специально, чтобы перемещаться быстрее по острову. Чёрт впереди, в каменном, которая машина есть. Я не спалился, да. Опс. Чё ты шагнул, вижу? Спитер, мы приплыли. Да, нормально. А. Мы сели на мель. Прием. Ну всё, спецназ, глуши мотор. Давай, Спитер, бери гранат. Медицина. Кепка, которого не защита лучше, чем шляпа, которого не будет. Я не знаю. По нам стреляют. А шлем еще остался. На вышке кто-то остался. Ниже этот кибокс один тот. Поэтому ощущение, как будто они даже не уходили с вышки. Они что, там, что? Возле этой, они же говорят, тут 3 человека бегают. У них хибокс один тот же? Наверное, не знаю. Че, пошли? Покатались, поплавали. Так, а у меня сетчел-то есть? Так, у меня сетчела нет. Блядь, где мои беруши? Под огнем, Спитер, вправо, вправо прямо, под огнем же. Вправо? Нет, ну, только они справа напали. А или слева они долбили? Короче, откуда-то по нам бьют. Это сервиски, сервиски. Справа бьют. Да все, мы ушли уже. У вас велик возле этого. Возле... Да нам до него еще добраться. А, не, у меня всего одна. Одна сейчас. Вон. Могу отдать. Ну, хватит, хватит этого. А вы там, господа, на берегу проверили? У вас там сетча у кого-то есть? И то, по-моему, они не взяли этот слот.
вертолет летает. Так, может, наш вертушка заберется до места и будем прикинуть? О, да, вертолет, заберете нас? Ну да. Нет, куда мы сейчас? Метку позастой. На себя метку, да, где мы сидим? Неизвестно. Назад. Нифига вы пошли сидеть. Ну, а да, мы на мель сели. Кидайте дым. Давайте. Поехали. Сейчас идем. У меня на выбор закончился, я сейчас стрелял. Понял, правда. Дымов нет. Раунд 1943. А вы увидите, там лодка на этом, на берегу лежит. Садитесь на берег поближе. За ним сели, прыгаем. А парашют есть? Да, есть. Сейчас возьму. Нет, давай, Витя. Я тоже прыгаю. А высота не маленькая, да, парашют? Или что, или прыгните? Да садись уже. Сейчас наземная группа как живая вообще есть? Папаш, там вы это кроют. Да это вертолет меня кроет, блин. А, нормально. Нет, я все пытаюсь добежать до радара, стрелять. Метка обновишь, пошли. Сейчас у меня... Это стреляли с лодки. Глухота пройдет. Качкар. Лодки, серьезно? Да, по-моему, я слышу, с лодки стреляли. Со стороны, где Паша... Ну, может, кто-то к нам пошел нас вот добивать, а мы ушли оттуда. Правый борт, смотри, лодка. Блин, меня этот вертолетный пулемет оглох. Оглох. Наверху тоже оглох. На еще и это должно быть так. Привыкай. Эльки 300. Спитер, ты там запрошил, да, я так понял? Могут, только это очень редко. Ты ушел из зоны, а или кто это там у нас бегает? Наш? Я вот здесь сижу. У нас на 80 за забором в деревьях какой-то мусорник сидит наш. Ой, сначала... Ой. Я не знаю. У меня вообще нет. По-моему, я видел только что кого-то, но могу ошибаться. О, начал звук возвращаться. Ну, без светух-то нет, они же зеленые. А это вторые серые. Все, я пошел на гору. Где-то на горе стреляют. Ай, стоп. Серьезно?
не может сквозь ель прострелить через весь. Это же арма. Да. Она еще тебя голову отскочит от дерева. И в ногу попадет. А еще может дерево. Просто я видел двоих у ПЗРК, и я начал стрелять по ним, и я вижу, что внизу попадает. ПЗРК? Ну, по радару. Они около радара я видел двое. Как меня бесит эти кусты, а? Впереди Паша, ты бегал. Бежал. Кто-то полетел. Черт, я там отсидел. Их даже. Их там двое. Эти гуни, там рядом. Их там двое, я видел. Они в вашу сторону смотрят. За... Да. Не вовремя я перезарядился. Сколько же? Куэр-то тут? Пуэр пришел. Угу. Так, что хотел спросить? Ну конкретно, короче, это. Когда я подключал аддоны, у вас в PCG мне пишут, что только 64-битная версия игры поддерживается. А, ну там может быть с автоматом выставляется. Ну это как бы никак не... Как бы ни привязки там никакой по факту нет, это просто флажок. Где-то что-то установился автомат. Это как бы ни к чему не обязывает 64 бит. Просто предупредили тебя, что может что-то не так. На самом деле все так, только 32-битные аддоны на TeamSpeak, они там в архиве лежат, и Ace 32-битные DLL-ки. А у тебя 32 бита норма? Да не в этом дело, у меня как бы, ну, она ж, можно и 64 включить, просто у меня, это, звук 7.1. А, она, короче, есть баг, который, когда ты в технику садишься от первого лица, у тебя начинает звук фрезить и лагать начинает от этого. Понял. И по кеме, ну, как бы я читал на форуме у них на бисовском, там все не знает, но нихуя не про этот, фигня. А лаги такие, что играть невозможно просто. Поэтому я и запускал всегда 32-битную. А, на 32 бита работает. Да, на 32 там все нормально с этим. Конкретно, ну, это какой-то только... звуковой баг.
А, так может у тебя звуков нет из-за того, так что вот, сейчас... Вот, я перед тем, как на игры пойти, я там что-то это мудрил, химичил со звуком и что-то, ага. Наверное, отключил. Я сейчас, короче, комп перезагружу и вернусь. Я просто тебе могу сказать, что может ты попробуй перекинуть DLL-ки, Base, там в архиве они есть, в аддоне VCG. Вместо 64, ну, к 64 бит. Ух, какая тут прям котлета. А что? А ты заминировал, нет? Заминировал, это 3C4. А ты таймер поставил? Ну, чигар ставил на 3 минуты. А зачем на 3 минуты там, поди 30 секунд? Пускай! Они сейчас не понимают, что происходит, что это такое, что они тут делают. А все отступают, да, синие? Да-да, они даже машину не думают откатить. А к машине прицеплено? Да, мы на капот положили. Вон там видно, блин. Куда они выходят? Шикарного взрыва не было, блин. Да, ну, время надо было чуть побольше поставить. А зачем 3 минуты ставить?